Итак, всем привет! Сегодня у нас на обзоре фермочка на 6 1050, 2 гигабайта, то есть карта в исполнении гигабайт. Так, мы взяли под старые Hashimoto и Zcash. Будем майнить такие валюты. Так, давайте подробно посмотрим нашу ферму. 6 карт, 5 карт сверху, одна во втором X16 слоте. Так, материнская плата поддерживает у нас 5 карт, получается, в PCI-Express, и одна карта идет у нас через переходничок, там через M2 или мини PCI-Express, как-то так, вот так. 4 гигабайта оперативной памяти, стоит процессор, стоит у нас со встроенным графическим ядром, двухъядерный на FM2 плюс сокете. Материнская плата Sapphire Platinum F2 A85X. Так, блок питания модульный модком польского происхождения, блок питания 750 ватт, голдовый сертификат. Ну такой посредственный блок питания за свои деньги, скажем честно. По сравнению с шифтеком разница значительная. Дальше, у нас видеокарты без док питания идут, то есть питаются чисто через Ryzer. На это обратите внимание, если будете собирать подобную ферму. То есть запитка идет чисто через Ryzer, поэтому желательно запитывать одну карту, получается, на один провод от блока питания. Так, что, жесткий диск обычный самый, за 200 гривен купили, то есть 80 гигабайт. Так, что вам тут еще показать такого интересного? Ну, тут, в принципе, все, наверное. Да, работает эта ферма у нас на свистке. Хорошо, выбрали хорошие свистки Wi-Fi, стабильно держит подключение, и майнинг работает на Wi-Fi свистке, получается. Корпус деревянный, обычный, как, ну, смысла нет переплачивать за какие там стенды для фермы. Так, посмотрим сейчас эту ферму в майнинге, какие показатели у нас выходят. Так, смотрите, вот майнер включенный. У нас в среднем ферма выдает 14,5 мегахэш. Это у нас старый Hashimoto Mining Expanse. То есть на Zcash она отдавала, получается, в районе 150, 170, 180 хэшей. Ну, суммарно 900-950 солей. Да, сейчас я посмотрю, но если у нас тут есть майнер, мы позже вам включим. Так. Да, у нас есть Zcash майнер. Сейчас я вам покажу потребление на экспансии, получается. 6 карт плюс система хавает у нас 330 ватт, короче, в общем. 330 ватт хавает ферма. Так, давайте посмотрим потребление в Zcash. Так, включаем наш майнер. Сейчас немножко нужно подождать, прогрузится все и полетит. Вот видим, 6 карт у нас определилось. Поначалу майнер показывает немного больший хешрейт, потом по мере прогрузки хешрейт выравнивается и усредняется. Так, у нас пока на ваттметре 285, 280. Так, прогружаются видеокарты, пока хешрейт проваленный. У нас, возможно, настройки стоят от эфира и от экспанса, то есть на Dagger Hashimoto, поэтому хешрейт проваленный. Так, давайте посмотрим настройки, какие у нас тут стоят. Ядро и память. Да, тут получается настройки стоят под экспанс и эфириум, то есть заниженные. Заниженное потребление. Ну, ядро прогоняется до 170, работает нормально. И память тоже прогоняется вплоть до 900. Но мне не понравилось по стабильности. Где-то раз в 2 дня тухнет. То есть, так как она работает у нас чисто под экспанс, под старое Hashimoto, поэтому мы вам покажем вот такой хешрейт. Ну, то есть, на заниженном потреблении процентов на 20-30 меньше получается. Ну, там надо считать по калькулятору, как выгодно. Мы считаем старый Hashimoto нужно майнить. Так.
И сейчас мы посмотрим профит в майнинге от этой фермы. Профит, окупаемость и сколько она стоила. Так. Давайте перейдем на Watt2Mine. Вот мы уже примерно ввели наши параметры. Так. 1800 хэшей на криптонайте, на эфире 90 и Zcash 900 хэшей, то есть 150 в среднем. Потребление 450, это даже много, там у нас 330. Сейчас выставлю вам 350 примерно, с запасом немножко возьмем 350. Так. Что ты будешь делать? 350. Сейчас копируем остальные алгоритмы. Немножко подождите. Так, вот есть. Выставляем. Ладно, профит этот пускай будет 10 центов. Так, смотрим по профиту. У нас опять же MusicCoin. То есть те монеты, на которых мы планировали майнить, то есть это старые Hashimoto или ранние Hashimoto, Pearl, MusicCoin, что тут еще, так, и да, Ethereum Classic не майнится тоже, то есть Pearl и MusicCoin. MusicCoin у нас показывает профит 9.50, с вычетом света там будет 9 примерно получаться. Так, ну то есть для майнинга на этих картах доступны вот MusicCoin, Pearl. Так, еще можно глянуть, Zcash нас покажет, какой профит. Вон, Zcash у нас показывает 7.20 и 6.50 с вычетом света. Так, ну, криптонайт вообще нет смысла майнить, потому что мало дает. Тут вообще 5 долларов, тут меньше доллара с карты на данный момент при завышенных курсах. Вот такая вот профитность получается с этих ферм. Так, и сейчас мы покажем вам, сколько это все стоило, и покажем окупаемость. То есть запомним, что 9 долларов в сутки дает такая ферма. Так, давайте вот посмотрим на этот листик. Мы тут все подсчеты провели. То есть платформа, состоящая из материнской платы, процессора, оперативной памяти и жесткого диска, стоит 4200 гривен, 6 райзеров по 200 гривен посчитали 1200 гривен, блок питания модком 750 2500 гривен, 6 штук 1050 гигабайт, так, 25200 гривен, бруски 100 гривен стоили нам, запилили, сделали, так. Итого в гривнах получается 33300 гривен. Делим на 27, по 27 был доллар на тот момент, 1230 долларов. 1230 долларов делим на наш профит в сутки, то есть это 9 долларов. Сейчас включаю калькулятор. Так, 1230 делим на 9 долларов. Получаем профит, так, 136 дней. Делим сразу на 30 дней в месяце, получаем окупаемость 4,5 месяца. Вот такая вот ферма у нас на 10.50, сегодня была на обзоре. Задавайте вопросы в комментариях, если что-то интересное, подскажем вам. Подписывайтесь на канал, смотрите остальные наши ролики. Будем вам благодарны за просмотр. До скорых встреч, пока!